Ну, здравствуй, Вова. Привет, брат. Извини, что опоздал. Дим, ты прости, что не заезжали, но просто у нас у всех семьи, быт, работа, понимаешь. Все нормально. Сам-то как? Чем заниматься будешь? Работать. Ты же просто... Я смогу. Ну да. Ты просто никогда не работал, я подумал. Человек, тварь адаптивная. Научусь. Ну ладно, ко мне. К маме чего не заезжайте. Она же нас пятерых родила, выходила, вырастила одна. Ну, у нас семьи, командировки. Бред, Вова. Дим, знаешь, это не тебе, конечно, лучше нравоучениями заниматься. Ты всю жизнь воруешь, сидишь. Прости, конечно. Да это не нравоучение, просто логика. Маму навещать надо.